Первая серия. Побег. И как безумец нашел свою любовь. А, демоны! 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 А. Демон! Послушай, вот, короче, я пришел тут мужчина спасать. Обычный человек, ничего причинить зла не хочу, просто пошел спасать драконов. А, ты демон! Еще демон! Что, испугались меня? Первый клык. В атаку давай! Все, все, все. Тия, 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 тия. Братец, иди освобождать других драконов. Ну давай, что стоите? Ух, ух, какого я дракона спас. Ух. Ну, забияка, не начинай. Чего вы вообще рано появились? Ну, потому что малыша... Я малыша не смог найти няню. О, злого дракона. О. Ты думаешь, он не справится? Говорит Грызокроп. Тя-тя! И надо тоже помогать. Пока викинги сражались, Безрубик вдруг учил что-то. Это огненная фурия, но он не учуял ее. А, все, братец, улетаем! Улетаем отсюда, братец! Улетаем! Ох, ох, братцы, улетаем! Понял, Армгильда, давай! Девочка! Ох! Сарделечка. Львоклык. Давай. О. Ух. Уйдем. Башни я при нас отсюда вытащат. О. Все. Улетели. О, какой зелюка-то был тот. Вот этот люка. Вы еще пожалеете. Ох. Да, вы еще пожалеете. Да. Уф. Рай это считается просто остров какой-нибудь на пляжике с песчаным. Но у нас здесь драконы. Да, братец? Тебе не кажется так? О, а Валка меня похвалит, наверное. Скажет, какой я тут герой был. Угу. Как ты поджег. Как ты ходил с горящими труселями. Ничего тут смешного нет. Долго?
такая ночка у нас сегодня была. Жуткие руки пустые, пустились пить. Вот. Сарделечка. Так. Я наконец-то в... Ой, я здесь. Это не Грандильда, это другая дракониха. Ладно. Улетай давай. Если бы вы тренировались, то у вас бы было бы больше возможностей. Говорит Астрид. Кинг, ты ведь мог больше сделать из драконов. Ух, ребята, подождите. Я устал. Пора улететь отсюда, приятель мой. Куда ты улетел? По делам. Вспоминаю те времена с отцом. Понимаю, мой дружок. Ты хочешь ногу? Ты хочешь ногу? Ты хочешь ногу? Ногу? Хочешь ногу? Эх, давай, апорт. Что делаешь, приятель? Да так, ничего. Ну давай, расскажи, что ты опять натворил. Да ничего я не творил. Сама ты натворила. Что, почему? Ну, ты думаешь, сморкалы напоминают на жениться? Вряд ли. И кедок. Что-то новое следующее. Я думаю, что где-то там можно решить проблему. Все это с драконами. Правда? А как? Туда, куда моряки раньше заплывали, там был целый новый остров. Ох. Что, правда? Ну, там не был, точнее, остров Олух. Там был тайный мир драконов. О, ты веришь в те сказки, которые говорили моряки, которые заплывали туда и видели какие-то кристаллы? Ну, может быть, это правда? И парочку там драконов, просто изучаешь их, эту местность. Может быть, туда отправиться надо с Беззубиком? Эй, приятель, куда ты делся? Куда Беззубик исчез? Mm-hmm.
Беззубик подружился с дневной фурией. Эй, братец, ты куда? Да? Ты где, братец? Ой, братец! Она растворилась в воздухе? Да не может быть! Не поверю! Она правда растворилась в воздухе? Не. Так, ребят, если вам понравился такой формат видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить видео новые. Всем пока!